кладоискателей любви, помимо, блядь, металлоискателя, пинпоинтера, хабарницы, то есть мешка для золота и серебра, которая находится рюкзак, там, термосы и так далее, должен брать с собой еще один важный предмет. Посмотрите, веник любви. То есть он у нас всегда рядом. Мы по возможности не только собираем, выкидываем мусор из леса, чистим, да, но и обметаем особо загрязненные деревья, особо загрязненные пни и тропинки. То есть вот, ребята, это наш веник любви кладоискателя. Посмотрите, как раз я начал снимать, что вот видите, какой красивый пенек, но немножко загрязненный. И сейчас кладоискатель любви, звездный барон Дмитрий, продемонстрирует. Вот так это все потихоньку производится чистка пня. И со временем это встает пень любви, на который можно присесть, попить кофе и так далее. Ну и просто природа говорит спасибо. То есть вот, не забывайте с собой брать веник любви на копчик, если вы действительно адепт любви. Бери, Олеся, и вот эта сосна, по-моему, не очень чиста. И начинай, пожалуйста, ее обметать. Давай, делай вещи.